Всем привет! Это снова наш канал. Немного буду рассказывать сегодня. Да и вообще, в принципе-то, рассказывать нечего. Здесь самим все видно. Вот мы уже 10 дней после пикировки подросли. Тургор у растения к вечеру отличный. Над головами листики подняты. Везде все отличненько. Красивые, зеленые. У нас здесь пошло уже развитие, как сказать, 4-5 лист. Уже все. Растем, уже готовимся к первым помидорам. Вот. Конечно, самое главное — питание растений, ребят. Без этого никак, потому что малообъемки, должно быть правильное питание. Чтобы у растения был хороший тургор, чтобы они были не хрупкие, чтобы они были упругие, чтобы работала не только система листа, но и корневая система. Без этого никак. Сильную влажность тоже держать нельзя. Иначе растение совсем не будет развиваться. Будет только развиваться лист, голова, да, там. Но нам нужен корень, потому что скоро высаживаться в грунт. Очень нужен корень. Так что следите за этим, потому что в малой объемке, еще раз повторюсь, питание, питание и питание. Питаться надо. Чуть-чуть дали не то питание, растение вытянулось, потеряла тургор, корень не развит. У нас есть такие кандидаты. Вот, допустим, это у нас на данный момент Парадайз, но есть и другие сорта. Вот, допустим, возьмем даже Пинк розовый. Он совсем абсолютно другой. У него широкие листья, у него хороший тургор. Он весь такой, он не потянулся. Отлично вообще. Нету фиолетовых пятен, характерных этому сорту. У них нет фиолетовых пятен вообще в сорту. И у них вот такие вот пышные кусты. Также вечером у них просто они себя чувствуют отлично. Вечером и утром. Днем у них падает. Вот еще есть у нас сортик один. Вот, он вообще еще под цифрой у него. Вот такое вот растение. Тоже не вытянутое, не подтянутое. Тургор тоже отличный. Экспериментальный наш. И, конечно же, парадайсик. Парадайз тоже красивый. Аккуратный, немного потянулся. Есть столы, где он не просто немного потянулся, а конкретно потянулся. Значит, что-то не хватает, ребят. Что-то не хватает. Завтра у нас приезжает агроном. Завтра сниму новое видео. И уже посмотрим, чего не хватает.